Последняя война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. Полчища гибридов, опустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы. Амун. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне: «Найди ключ, что дарует вам надежду». Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага с Амуном в конце времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но бремя власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артальс. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнору на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, друг. Энтаро Артанис, брат. Зератул, ты должен забрать ключ Зелнага у Джеймса Рейнора. Мои же воины восстановят питание копья Адуна. Этот корабль будет незаменим в грядущих битвах. Да укроет тебя Тассадар своей тенью, друг мой. Ну да, правда, непонятно, зачем ему требовалось видение, учитывая, что он должен был знать, что Рейнор собирал ключ, да и применение ключа он тоже не мог проглядеть, потому что он приперся к Эригану после ее преображения, да и знал, что она была преображена, да и знал как. Да. Искатель пустоты полностью разрушен. Что здесь произошло? Серги, мы должны защитить темного прилата. Этот район уже должны были очистить от зергов. Сталкеры, бегите к ближайшему Нексусу. И предупредите наших братьев. Я должен узнать больше. А, то есть Зератул не с нами. И я почему-то думал, что он будет здесь. Пустота. Ну, возможно, из-за ролика. Заманчиво. Будь по-твоему. Будьте осторожны. Враги повсюду. Чтобы перебраться, нам понадобится использовать скачок. Очень разумно. Почему он так-то сформулировал? Я не буду служить. Ведь можно было сформулировать так, чтобы он, как бы сказать, говорил, что, ну, не знаю, надо перепрыгнуть и все. Но нет, говорит так, что вот, типа, практически едва ли не нажми на клавишу. Да, вот примерно вот так. Да ё-моё.
затмение. Заманчиво. Ради возмездия. Тамплиеры. Я не чувствую их присутствия в Кхале, Зератул. Как такое возможно? Вы не можете исчезнуть из Кхалы, не обрезав нейронные узы. Значит, случилось невозможное. Я больше не чувствую Артаниса. Вместо него в Кхале лишь пустота. Тени окружили нас, Вершитель. Артанис в смертельной опасности. Ты должен собрать армию и найти его. Мой фазовый кузнец Каракс поможет тебе активировать Нексус. Зератул, спаси Артаниса. Это что за глюки были сейчас? И остались. Темный прилад Зератул. Я Каракс из касты Кхалаев. Каракс, друг мой, мы должны как можно быстрее активировать этот Нексус. Принято. Эти строения помогут тебе создать армию, но сейчас они обесточены. Прикажи зонду вызвать рядом с ним Непелон. Портал вызова открылся. Теперь зонд может продолжить собирать минералы. Построен. Его припасов будет достаточно, чтобы вызвать у врат наземные войска. Теперь с помощью этих врат ты можешь вызывать воинов. Не хватает минералов. Ну и да, вот видишь, что здесь менее, так сказать, продвинутый набор, как бы намекается, что пролог делался после основной кампании. Да, в курсе, я в курсе. Жду, пока минералы накопятся. А газа все равно нет. Ладненько. Они упорно показывают, что надо. Ладно, давайте одного создадим пока. Прекрасно. Но чтобы справиться с более серьезной угрозой, стоит обучить еще нескольких воинов. Угу. Здесь они сделали по-другому, кстати, получается. Для максимальной эффективности сбора газа требуется 3 зонда на каждом... Нексус полностью восстановлен. Как только воины будут готовы, ты можешь приступить к своему заданию, темный прилад. Я здесь, среди теней. Нужно построить больше пилонов. Да, без проблем. Не хватает минералов. А, ну да. Посмотрел на газ.
и прожал. Ну, думаю, что Q8 хватит. На самом деле, вот если в течение всей кампании вот эта вот такая особенность будет работать, то на одно направил и все, и забыл. Мне это даже будет удобнее. Я здесь, среди теней. Не переключаться на постоянной основе. Мои навыки пригодятся тебе. Я здесь. Среди теней. Зератул, зерги готовятся напасть. Приготовься обороняться. Готовятся. Стата холодна. Будь подвоем. Я сердце тьмы. Здесь, среди теней, пустота. Я здесь, среди теней. Хорошо. Ну, сколько там? Да, вот так вот как-то. И здесь можно достроить. И так придется ждать. Поэтому пусть минералы пока накопят. Жизнь за Айюр. Так, не понял. Жизнь за Айюр. А почему у меня неровное количество пробок? Что? Так, раз-два, все нормально. Усовершенствований нет. В принципе, ожидаемо. Жизнь за Айюр. Жизнь за Айюр. Я все мои навыки пригодятся тебе. Я голос затмения. Жизнь за Айюр. Жизнь за Айюр. Хорошо, потопали. Мы крадущиеся тени. Очень. О, были ресурсы здесь, оказывается. Пилон пустоты. С его помощью я смогу призвать неразимов. Мы пришли на твой зов, темный прилад. Мы едины с тенью. Вроде как в дальнейшем никогда не будет упоминаться, что у темных какие-то свои пилоны. Хотя, как я уже говорил, я не то чтобы стремился переигрывать компанию Проксов, поэтому часть информации могла быть утеряна. Слушай.
служить тебе вечно. Вераку. Враг познает нашу ярость. Хорошо. Так, у меня такая мысль, что здесь надо было прыгнуть сталкерами. Поскольку нам их выдали. Отлично. Больше так больше вообще без проблем. Ладно, ладно. Просто здесь день поставим. Что ты предложишь? Будь по-твоему. Вераку. Нужно построить больше пилонов. Так, это видим все, да? Крадущиеся тени. Тут даже прыгать не надо было. Очень разумно. Мы едины с тенью. Ради возмездия. Еще один пилон пустоты. К твоим услугам, Зератул. Сердце тьмы. Так. Заманчиво. Хорошо. Я сейчас пытаюсь понять, нам надо куда-то прыгнуть, или я просто не вижу пути? Очень разумно. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. По идее, нам не надо прыгать, потому что с нами же эти... по-твоему. Зелоты. Блин. Да, как-то я упорно не видел эту дорожку. Пустота холодна. Сироту, предавший Хал! Я здесь, среди теней. Кто-то затмил разум этих зелотов. Должно быть, здесь замешан гибрид. Нам надо сосредоточиться. Будь по-твоему, я здесь, среди теней. У нас отдать. Особую честь, пустота. Холодна. Что ты? Я здесь. Среди теней. Пустота холодна. Я здесь, среди теней. Что ты предложишь? Очень разумно. Похоже, это последний пилон пустоты. Правда, один вопрос, откуда они здесь взялись? Пустота. Потому что это все-таки Айур, с которого темных изгнали, там, века и века. Здесь. А тут так удачно внезапно пилоны. Тебе. И опять же, этого вопроса бы не было, если бы сценаристы не решили сделать для них уникальные какие-то пилоны в этот раз. Хорошо. Мы крадущиеся тени. Хорошо. Вершитель Силентис, я обнаружил.
обнаружил пропавших тамплиеров, но разум их помутился. Ими словно кто-то управлял. Селендис? Очень разумно. Сиратул, я чувствую твое присутствие. Кхала наполнена яростью. Она порабощает мой разум. Артанис, держись! Мы идем к тебе. Ваши жизни бессмысленны и бесполезны. Я дарую вам спасение. Амун, темный бог здесь, на Аюне. Он захватил контроль над Кхалой. Тамплиеры повержены. Братья неразимы, мы лишены нейронных уз. И только благодаря этому сохранили рассудок. Мы должны остановить это безумие. Шозак Мокду. Нужно добраться до юного Артаниса. Надеюсь, еще не слишком поздно. Эти голоса шепчут о забвении. О спасении. Кто такие эти Дайлаамы? И почему они не подконтрольные? Сиратул, не отвергай единство, которое он предлагает. Я найду выход. Я слышу его шепот. Борись, Артанис. Не дай Амуну поглотить тебя. Вечная ненависть. Он осквернил Кхалу. Твои нейронные узы сковывают тебя. Их нужно отсечь. Thank you.
Сцена, конечно, вроде как сильная, но вот это вот The Ire от Зератула вообще не к месту. Потому что у него вроде наш курс. И хоть он там и защищал Айр, он не настолько понател по нему. Да, кстати, этот момент, я, возможно, просто не помню с первой части, то, что вот его обвиняют в том, что Айр погиб из-за него. Да, по-моему, вроде в первой части даже сам Зератул был не в курсе. То есть он был в курсе, что у них разумы соприкоснулись, но он был не в курсе того, что над мозг смог у него из разума что-то считать. Ну, в любом случае. Так, ладно. Кузнец Каракс, я искал тебя. Артанис, хвала богам. Твои нейронные узы, их нужно отсечь. Это уже сделал тонный тамплиер. Я больше не связан с Халой. Сколько нас осталось? Я спас всех, кого мог. Идем, мы должны покинуть эту планету, пока не поздно. Покинуть? Как? Копье Адуна все еще покоится под руинами Коршакала. У него древние генераторы, но одаренный кузнец вроде тебя сможет их активировать. Копье Адуна? Я... Для меня честь иметь такую возможность, и мы не должны ее упускать. Да, это так, Каракс. Отправляемся в путь. Иерарх, мы направляемся к копью Адуна. Если его генераторы еще можно запустить, я это сделаю. Как только я приведу его в рабочее состояние, мы сможем покинуть эту планету. Ощущение, будто его голос мне кого-то напоминает. И да, нам выдают батарейку. Копье Адуна покоится под местом, где когда-то находилось сердце Конклава. С его помощью я надеялся одержать окончательную победу над зергами. Но теперь это наш единственный шанс на выживание. Артанис, почему ты бежишь от спасения? Силентис. Ею управляет Амун. Каракс, нам необходимо включить системы копья Адуна. Первое энергетическое ядро уже включается, но остальные четыре еще заблокированы слизью. Понятно. Значит, их нужно очистить. А что с системами защиты? К сожалению, они обесточены. Но системы поддержки копья Адуна могут помочь нам. Они позволят нам установить пилоны в любом месте поля боя. Мы должны поставить здесь хотя бы один, как можно скорее. И
Я что-то сильно сомневаюсь, что слова «обесточены» подходят системам протосов. Так. Ага. Иерарх, эти фотонные пушки могут защитить наш Нексус. Чтобы включить их, нужен всего один пилон. Его можно вызвать с помощью копья Адуна. Нажми кнопку «Вызвать пилон» в верхней части экрана. Теперь они буквально говорят «нажать на кнопку». Теперь противников в радиусе поражения могут обстреливать наши пушки. Если они при этом получат урон, батарея восстановит их щиты. Работоспособная линия обороны, безусловно, необходима для успешной эвакуации. Но наша главная задача – очистить энергетические ядра от слизи. Ага, ядро нужно. Хорошо. Так. Ядро. Как-то тут тесновато. Наши врата во врата искривления, что позволит вызывать воинов в любую точку, где есть пилон. Не буду спрашивать, почему этого не было до этого. Так. Обратно ворота. Что значит 4? Что-то не понял. А, то есть они тут про запас заряжаются. Етить. Да. Что ты предложишь? Так вот, не знаю, нужны нам зелоты, не нужны. Из позитивного, хотя модельку перерисовали, у них тут нет щупальца за спиной. Я голос затмения. Ну, пока что у нас газом. А, ну да. Это в прошлый раз была только одна точка. Здесь же можно новую поставить. Так, пока что ускорим вот это вот. Отвлечем вот этого для постройки вот этих вот. Нашему Нексусу приближаются зерглинги. Надо укрепить оборону. Да-да. Размышляем над этим вопросом. Среди тебя.
Ну, потопали. Я здесь, среди теней. Будь по-твоему. Сканеры засекли поблизости обесточенные врата искривления. Вызвав рядом с ними пилон, мы обеспечим врата энергией и захватим преимущество. Я рекомендую воспользоваться способностью копья Адуна. Хотя наши зонды тоже могут справиться с этой задачей. Тебе лично. Ага, ну и смысл? Второе энергетическое ядро запущено. Сенсорные системы копья Адуна активируются. Не отвергай свою судьбу, Артанис. Твой народ наконец обрел истинное единство. Я... Сенсоры готовы к работе. Погоди. Что это? К нашему Нексусу приближаются призмы искривления. Сталкеры, уничтожьте их. Да не успеем, мы с другой стороны. Наши войска обнаружили врата искривления. Надо только обеспечить их энергией, вызвав пилон. Иерарх, врата искривления готовы к работе. Мы можем немедленно начать вызов войск. Я не буду слушать. Ага, хорошо. Требуется больше Виспена. Ладно. Я здесь, среди теней. Я сердце. Мои навыки пригодятся тебе. Так. Мы едины с тени. Да ё-моё, уйди. Мои навыки пригодятся. Его посадить куда-нибудь, чтобы не мешался под ногами. Хорошо. Угу. Учитывая, что там под контролем врага целый легион. Гаракс, я включил еще одни врата искривления. Подготовь их к немедленному использованию. Требуется больше. Даже странно, что нас не задавили числом. Я здесь, среди теней. Заманчиво. Мы крадущиеся тени. Очень радостно. Я не буду служить тебе вечно. Будь по-твоему. База атакована. Осторожно, Иерарх. Ты приближаешься к улью зергов. Он хорошо охраняется. Ладно, тогда валим. Мы крадущиеся тени. База атакована. Заманчиво. Мы едины с тенью. В тебя
Даже в земле под твоими ногами прорастают семена моей победы. А, пилон кончился. Здесь, среди теней. Ну ё-моё, опять обратно переса. Черви Нидуса. Воины, уничтожьте их. Нам еще рано сдаваться. Да-да. Идем. Враг познает нашу ярость. База атакована. Опять этот парень. Ну ёпросота. Ну, ладно, пусть бегает. Даже не знаю, куда их поставить. Я голос отмения. Сопротивляйся, избавься от боли. Возмездие, Вераку. Отличная работа, Иерарх. Теперь все заброшенные врата искривления под нашим контролем. Я здесь. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Хорошо. Очень разумно. Стая зерглингов приближается к Нексусу с юга. В смысле, отсюда, что ли, где мы? Жизнь непорочна и несовершенна. Я преображу ее. Закончили. Скоро копье Адуна сможет взлететь. Осталось подключить лишь одно ядро. Довольно. Я положу конец этому циклу вечного безумия. Не сопротивляйся и прими спасение. Все будут едины. Возмездие. Не, да, все-таки Зелот не дожил. Подача энергии завершена. Копье Адуна готово к взлету. Фазовый кузнец, принеси на борт всех перворожденных, свободных от воли Адуна. Мы должны покинуть этот мир, если хотим выжить. Как прикажешь, мир. Ну, и все.